По традиции, слет начался со специальной церемонии чествования юбиляров семейной жизни. В 2017-м эстафету приняла семья Луговских. За плечами у пары 10 лет супружества. Как признаются сами герои, с одной стороны большой срок, с другой пролетели годы как один день. 10 лет. Они прошли как один день или сейчас, оглядываясь, это большой срок? Ну, это, наверное, если оглядываться, прежде всего, может, самое главное, что есть. Сказать. Да. Если на достижение, которое есть у нашей уже семьи, да, то есть задача мужчины посадить сад, сделать наследника и любимую дочь, и построить дом. Все выполнили. Выполнили. А если оглядываться на... Все быстро. То в одно мгновение, да. То есть кто только были студентами, уже... Уже все, 10 лет прошло, 10 лет праздновали. На торжестве семья Луговских была не в полном составе, а за 10 лет она ни много ни мало увеличилась вдвое. Дома родителей ждут сын Никита и дочь Машенька. Талантливые и спортивные, живое продолжение родительской любви. Наверняка такие уменьшенные копии их самих есть у большинства участников слета молодых семей, который, к слову, проводится уже в 11-й раз. В 2017-м он собрал 12 крепких супружеских союзов со всей области. У нас есть целый комплекс мероприятий именно для таких, для продвижения или поддержки семей. Вот совсем недавно в сентябре прошел «Властелин села», то есть и команда из Пружанского района нас поедет представлять на республику. Вот это такой сельскохозяйственный проект, можно сказать. Вот слет молодых семей всегда традиционен. И, конечно, уже очень много у нас сделано волонтерских акций и в БРСМ, и не только, для того, чтобы помогать именно нуждающимся, будь то это инвалидам, либо будь то деткам, которые находятся в социальных учреждениях. Молодая семья – это будущее страны. Будущее страны, будущее любого коллектива трудового, поэтому ну, люди, вот, мы не можем быть в стороне. Поэтому будем принимать участие. Мы приготовили приз победителям. Вот, и, в принципе, большинство, я думаю, участников – это члены профсоюзов тех или иных районов и тех или иных предприятий, организаций. Поэтому мы здесь, мы вместе с молодежью и с молодыми семьями. Церемония чествования юбиляров – только начало двухдневного форума. В списке посещения с благотворительной миссией психоневрологического дома-интерната, встреча с психологом, специалистом по семейным отношениям, открытый диалог, фотовыставка, а также большая конкурсно-развлекательная программа. По итогам слета определится молодая семья 2017 года. Но дипломы, сувениры и подарки от организаторов получат все участники.